Пересадка пеларгонии в другой горшок проводится в домашних условиях. В сегодняшней аудиостатье вы узнаете, как правильно пересадить пеларгонию в другой горшок, как ухаживать за растением после процедуры и когда пеларгония зацветет. Пеларгонии нужно подготовить к пересадке в другой горшок с начала весны. Поскольку молодые пеларгонии пересаживают каждый год, процедура требует систематичности. С каждой пересадкой пеларгонии покупается новый горшок и цветочный субстрат. Смешать землю для пеларгонии также можно самостоятельно. Далее вы узнаете, как это сделать. Когда пересаживать пеларгонию? Молодые растения один раз в год. Притупившиеся в росте пеларгонии один раз в два года. Горшок менять один раз в год. Пересаживать пеларгонию только весной. Допускается пересадка не позже сентября, если весной процедура была пропущена. Пересадить при выявлении плесени, гнили, увядания растения. Как сделать почвенную смесь для пеларгонии? Две части перегноя, две части листовой земли, две части дерновой земли и одна часть песка. Альтернативные варианты. Одна часть садовой земли, одна часть компоста и одна часть песка. Одна часть перегноя, часть торфа, часть песка и часть компоста. На дно нового горшка для пересадки пеларгонии выкладывается дренажный слой. В горшке на дне также должны быть дренажные отверстия для стекания избытка воды. Песок перед добавлением другим почвенным ингредиентам пропаривают, чтобы убить болезнетворные микроэлементы, семена сорняков и яйца паразитов. Как пересадить пеларгонию в другой горшок? Первое. В новый горшок большего диаметра закладываем слой дренажа. Второе. Поверх засыпаем треть почвенной смеси. Третье. Методом перевалки пересаживаем пеларгонию в новый горшок. Четвертое. Подсыпаем свежий субстрат по краям, заполняя до краев вазон. Пятое. Грунтовую смесь полить, но не трамбовать. Уход за пеларгонией после пересадки в другой горшок. Почвенная смесь в горшке сразу после пересадки была увлажнена, поэтому в ближайшее время до просыхания на 10 см земля в поливе не нуждается. Когда же подкармливать и рыхлить грунтовую смесь в другом горшке пеларгонии? Подкормку пеларгонии в домашних условиях опытный цветовод проводит один раз в месяц. Частые подкормки не сулят ничего хорошего для трепетного растения. Соответственно, подкармливать пеларгонию после пересадки в другой горшок можно через месяц после процедуры с той же периодичностью. Условия содержания пеларгонии дома. Температура воздуха 19-24 градуса, притенять от прямых солнечных лучей. Переносить в более прохладное место при сильной жаре. Температура воздуха, препятствующая цветению, ниже 10 градусов тепла. Освещение обильное. Размещать на южных окнах. В жару можно на юго-западных. Рыхлить грунт после каждого полива на 5-10 см в зависимости от объемов горшка. Для подкормки в период цветения использовать калийные фосфорные удобрения. Добавлять 1 каплю йода на 1 литр воды для продолжительного цветения пеларгонии. Соблюдение температурных условий освещения пеларгонии обязательно после пересадки. Чрезмерное увлажнение подкормки могут свести на нет старания цветовода. Пеларгония начнет болеть. Следуя режиму пересадки, молодые растения чаще, чем взрослые, будут радовать цветением.